Привет, мой дорогой спортсмен! Сегодня тренировка в большей степени направлена на мышцы ног, на пресс и на телесную координацию. Телесная координация – это способность ловко управлять своими конечностями относительно своих же конечностей. И нам потребуется только коврик и твой боевой настрой на тренировку. Мы располагаемся на спине. Садимся сначала в передний край коврика, руки располагаем под коленями, придерживаем себя мягко и на вдохе плавно округляем поясницу, постепенно выпрямляем руки, далее округляем грудной отдел, взгляд опускается на носки, взгляд опускается на живот и далее мы позвонок за позвонком плавно опускаем всю нашу спину на коврик и приподнимаем ноги. Руки остаются вдоль туловища и мы выполняем небольшие наружные ротации в тазобедренных суставах и внутренние, наружные и внутренние. И постепенно мы начинаем выполнять движения все активнее и активнее. Но при этом мышцы пресса контролируют нашу поясницу. И уже более активно. Трясем, болтаем так, как тебе комфортно и в той амплитуде, в которой ты считаешь необходимым. И мы заканчиваем. Одну ногу мы опускаем на коврик. За другой ногой мы удлиняемся вперед и изгибаем носок на себя. Изгибаем прямую ногу и опускаем ногу обратно. Дыхание здесь свободное. Поясница не прижимается равномерно. Вес тела на ягодицах также распределяется. Носок на себя, от себя. И 10 повторений. За пяткой мы удлиняемся вперед и наверх, и за носком наверх и вперед. Как будто на противоположной стене мы кистью выполняем жирный большой мазок по стене и по потолку. И еще 2 повторения и смена ног. 1 и 2. Подставляем правую ногу к левой, за левую удлиняемся вперед и снова 1, 2, 3. Постоянно удлиняемся пяткой, за носком, за пяткой и за носком. Растяжения по задней части бедра должны быть приятные, комфортные. Еще остается 3 раза. 1, 2 и 3. Приподнимаем обе ноги. Крестец прижат, нижние ребра тоже и плечи мы в небольшом подъеме оставляем. За одной ногой мы удлиняемся вперед и опускаемся на коврик. И выполняем скручивание на подтягивание ноги. По 7 повторений. 2, вдох, выдох. 3, вдох, выдох. 4, 5, 6, 7. И смена. Сложность в том, что мы, выпрямляя ногу, уже сильно нагружаем пресс. Он здесь работает в эксцентрике в большей степени. И уже более знакомое скручивание, но самая главная амплитуда, когда мы опускаем ногу. 3, 4. И старайся не раскачиваться. 5, 6 и 7. Небольшой отдых. Колени подтянем к груди и выполним несколько перекатов в сторону. Возвращаемся к тазобедренным суставам. Руки вдоль туловища. За носком мы удлиняемся вперед, сгибаем ногу на себя и выполняем круговые вращения на себя, от себя и через низ возвращаемся обратно. Постарайся здесь не раскачиваться, проследи, чтобы ягодицы равномерно были прижаты к коврику, а также колено, которое смотрит наверх, не раскачивалось. Тебе помогает пресс и руки. И еще 5 более активных. 1, 2, 3, 4 и 5. Смена ног и то же самое другой ногой. Сгибаем на себя, через сторону и снова на себя. Стараемся не раскачивать корпус и выполнять упражнение плавно и точно. Постоянно удлиняясь за носком. И 5 активных. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем мы стопы на одной линии. И несколько упражнений уже для бедер и также для спины. Мы выполняем на выдохе подъем таза, затем поворот таза налево. И на вдохе плавно позвонок за позвонком опускаем всю спину на коврик.
На выдохе подъем таза, поворот в противоположную сторону. И на вдохе вся наша спина плавно растекается, разливается по коврику. Снова выдох, поворот таза. И на вдохе плавно растекаемся по коврику. Выдох, поворот таза. И на вдохе плавно опускаемся. Выдох, поворот и плавно на коврик. Заключительное повторение. И плавно растеклись. Возвращаемся к мышцам пресса. Мы выполняем небольшой подъем корпуса, удлиняемся за ногой, и теперь у нас уже координация. Мы опускаем ногу через сторону, подъем ноги и выполняем скручивание. Опускаем через сторону, скручивание. Вдох, выдох, вдох и через сторону, выдох, вдох, выдох. И 5 повторений. Они закончились. Смена сторон. Приподнимаем обе ноги, удлиняемся за ногой через сторону, скручивание. Опускаемся. 2, 3, 4 и 5. Подтягиваем колени к груди и выполняем несколько перекатов в стороны. И далее у нас уже сила ног и ягодиц. Мы начинаем выполнять по одной ноге. Одна нога опорная, руки тоже опорные. Они упираются в коврик, за ногой удлиняемся вниз. Выполняем подъем таза и плавно возвращаемся обратно. Выдох и на вдохе плавно обратно. 3. Выдох 4, 5, 6, 7, 8, 9 и заключительный 10. Остаемся в верхнем положении и чертим небольшие круги наверху. 5 в одну сторону, 5 в другую и в другую. 1, 2, 3, 4, 5. И плавно опускаемся на коврик. Важно не раскачиваться. И смена ног. 1, вдох. И на выдохе 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И круговые вращения. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую. 1, 2, 3, 4, 5. И одним движением мы опускаемся на коврик. Подтягиваем колени к груди и несколько перекатов в стороны. Мы возвращаемся к прессу. Руки за голову. Выполняем небольшой подъем корпуса. За ногой удлиняемся по диагонали. И выполняем наружное вращение. Нога в исходном положении. Наружное вращение. Выполняем подъем, внутреннее вращение и опускаем ногу вниз. Как будто мы чертим, точнее, рисуем на стене. Одной частью кисти и затем другой. Наружная ротация, внутренняя. Сохраняя подъем корпуса. И вот она, координация. И смена ног. Можно опуститься немного, отдохнуть. И то же самое левой. Удлиняемся за ногой. Подъем. Внутреннее вращение обратно. Дыхание здесь свободное. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Супер! Заключительное упражнение для наших ног. Стопы мы подставляем на... Стопы остаются на одной линии, на ширине таза. За ногой мы удлиняемся наверх и выполняем ягодичный мостик. 5 повторений. 3, 4, 5. Остаемся в верхнем положении и выполняем 5 сгибаний. Вдох, выдох. 2, 3, 4, 5. Одним движением опускаемся и то же самое с другой ноги. 1, 2, 3,
4, 5. И выдох. Раз, два, три, 4 и 5. И одним движением опускаемся на коврик. Несколько перекатов в стороны. И это будет хорошим завершением нашей небольшой тренировки. Всего на 10 минут.